Санта Крус де Тенерифе. Одна из высоких гор высшего направления. С вершины на Тенерифе. Внизу какая-то деревушка, сопки. Слева море. Испанцы веселые. Девчонки, мальчишки. Дорожка становится уже и уже. Че ты в парке, давай разделимся. Как в фильмах ужасов. Разделимся зачем? Ну, типа, это всегда так делают в фильмах, знаешь. Давай разделимся. Переключается. А, там по разным местам, и там на тебя нападут какие-то злые мыши, злые кроты. Ага. Дэн, дальний врубай. Машина. Узенькая. Как-то узенькая и страшненькая. На свет. Забрались. Ущелье. Так, что туда можно? С одной стороны высота. Чем дальше в лес, тем уже вылез. Ёшка там живет. Испанская. В общем, тут такая как бы пропасть вдоль дорожки. Это вот мы едем вот так вот. Вплотную к Ласту. Знаете, вот дорожка такая. Ты тут тоже камнепадик тросами затянут. В общем, красота. Страшная сила. Вот. Такие тут фу-фу-фу. Ушили бабки ёшки. Ёшка. Обалдеть. Мы поехали на вершину скалы. Обосратушки. Ребятушки. А здесь типа стоять нельзя, да? Только это машины какие-то пусть. Типа мы пропускаем. Ну, она что будет. Песня. Кругом одна песня. И ветер здесь пошел. Мы приехали. Почти. Местечко Маск. Такие ущелья страшные. Вот по такой дорожке извилистых машин там едут. Сыкотно было. Здесь так все высоко и страшно. Страшненько. Ого. Вот такой тут вид. Ну, в общем, здесь так, да. Любителям лазить по высоте. Макс ходит, блядь. Макс, ты чё? У меня колени подгибаются от одного вида. Идёт по краю пропасти. Это просто трындец. Я такой раз, и ну, здесь ещё ничего, но всё равно, блядь, как-то неуютненько мне тут. Я, секунду, пятачок боится. Пятачку сыкотно было. Высоко, страшно. Здесь такой дальний вид на сушке. Пока лежат там вершины. Пятачок замерз. Одел курточку яхтенную, чтобы не мерзнуть. Чтобы попа была в тепле. Хотя
хотя бы будет. Тушка, тушка. Вот там красивая, да. Скала, мы уже проехали. Пантину. Едем дальше. К самому древнему в мире Dragon Trees. Дерево 3. Dragon Tree. Всем привет, с вами был Пятачок. Это электрозмей. В общем, мы заехали на практически какую-то вершину. Здесь временами такие сильные порывы ветра. Такой классный. Сейчас пойдем прогуляемся, поедем дальше. Красиво. Вот так вот. И вон там. Это самое старинное якобы дерево на земле. Dragon Tree. Старенькое, так усохшее. Скоро оно идет. Вокруг предприимчивые испанцы сделали миллион кафе с булочками и кофе, муляжами дерева с золотыми деревьями. Платанчики, кусочки старины, старинная колокольная часовня. Это, говорит, это богохульство. В общем, тут где так красиво. Там тоже какой-то французский пилотанчик. Еда. Такие пальмы. Такая вот, не знаю, что это, фикус. Похоже. Вот здесь это музей бананов, каза, дом бананов. И у них там вино даже из бананов есть, платы, винегар этот, уксус, крем де винегар амура, крем де винегар платана, прикольный. Это все из бананов, помазать, бодилосьон есть. Банановый ликер. Тут маленький есть, на 2 евро все. Вулкан накрыт облаком. Даже целой тучей мы едем туда. Туда? Там. Прямо, да? Вулкан нас ждет! Ну, чем ближе к вершине, тем тумана больше. Как там этот? Пейзаж меняется на глазах. Хвойные деревья. Облачно. Прям как наклонная плоскость. И пахнет таким, не знаю, российским таким лесом. Мокрым таким. В общем, это мы уже в районе Тейде. Но еще не-не-не. Просто здесь такое все. Перекольно. Пора. Мхом все покрыто, все сырое, здесь вечно. Прохладно. Вот тут красивая камера такая. Страшно. Начинается.
что-то дальше-то можно ехать? Красота. А кругом красота. О-о-о-о. Космический пейзаж. Планета Ридика. Отсюда небулёры сегодня не видно. Дует ветер, прохладно. Облачное ущелье. Приезжаем в полосу тумана. Молоко. Милк шейк. Вот такие вот космические тут скалы. В тумане небо кругом. А тут пейзаж опять меняется. Были камни какие-то стали. Линя потихоньку появляется. При этом везде туман. Бок. Маленькая надежда, что при приближении кометы к Солнцу день уйдет, он подзарядится и начнет дальше работать. И, к счастью, так меньше. А потом бывает все остальное, да? Лучшее лекарство выпью ли я, то ли я. Пейзаж меняется на глазах при спуске с горы. С пустынного на зеленее, зеленее становится, ели, иголки, туманчик местами. Вообще, космос. Мы побывали в другом мире. Упс, а здесь нету. Это на том справа. Осторожно. Сюда заехал, только стремная акция. Сказка. Тенерифская сказка. Я побывал в другом мире. Мазафака, я умру отчасти. Брат ее убивает. Mm-hmm. Запихивает в большой чемодан на колесиках. Сливает молочко, в которое вот там сестра у него. В... Халявная энергия. Ну, почти халявная. Снова его поснимать.